Да тут же документы возьму, можно. Ну, а на пятый этаж там, да? Ладно, да, там квартиры заплатили. Сейчас я товарищу коллеге скажу. Нет, это нормально. Седьмого февраля около 19:40 в отдел полиции промышленной МВД России по городу Казани обратились местные жители с заявлением о стрельбе в подъезде жилого дома на улице Авангардная в Казани. Сотрудники полиции незамедлительно блокировали подъезд, выставили оцепление. На место происшествия выехало руководство МВД по Республике Татарстан, а также руководство Росгвардии. По предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник конфликтовал с женой, по заявлению которого он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство. Отбыв свое наказание, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого укрывалась женщина, опасаясь за свою жизнь. Там он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратили за помощью в полицию. Прибывшим на месте сотрудникам 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться. В ходе проведения задержания был обезврежен. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится следственное мероприятие для установления всех подробностей случившегося. Жизни и здоровью раненых сотрудника полиции и местного жителя ничего не угрожает. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».